Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, так что кому интересно подобного рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я так уж получилось, несколько дней видео не снимала, но в смысле на канале они, конечно, выходили в любом случае каждый день. Вот так как я снимаю немножко наперед видео, в запас, так сказать. Ну, я что-то снимала в плане лайф-влога, ну и гуляла, занималась домашними делами, шила. И когда я искала купленную в фикс-прайс когда-то липучку, я обнаружила в запасах вот два набора таких маркеров для мебели Master Hand. Куплены эти наборы очень давно. Ну и как-то они не пригодились по прямому назначению. Ну вот я один набор уже открыла, хоть посмотрела, думаю, не высохли они вообще-то. И второй набор я еще даже не открывала. Сейчас мы это исправим. Я думаю, может быть, все это можно будет использовать для фона, например. Здесь не повторяются цвета, они все разные. То есть вот черный, совсем такой вот светлый. Вот если их вот так вот расставить, вот. Я просто потестировала чуть-чуть на бумаге их. Написано, что встряхивать их не нужно. Их можно смешивать, ну, по крайней мере, по прямому назначению точно можно смешивать. Сначала использовать более светлый оттенок, а потом более темный оттенок. Давайте их потестируем. Тут взяла лист, который я всегда подкладываю в раскрасках. Так, черный маркер. Правда, знаете, я вот один набор открыла. Маркеры... Один вообще настолько напитанный, что он аж пузырился. Вот. Поэтому я его так открываю аккуратно. Вот такой вот он. Вот. Ну, запах, конечно, у него есть. Немножко спирта, но там какая-то еще отдушка. В принципе, нормально. Вот. Такой вот цвет. Так, надо лампу чуть-чуть приблизить. Сейчас посмотрю, как с обратной стороны. Ну, понятно, что, я думаю, будет протекать. Угу. Ну вот он протекает. Дальше светлый. Так, я просто стараюсь максимально аккуратно. Чтобы, ну вот, собственно говоря, светлый, вот так вот он отличается. Жаль, конечно, что не такой нежный оттенок. Так, дальше. Я вот прямо рядышком буду. А вот этот я бы сказала, что он прям подходит. Практически один в один. И если вот так сравнивать этот светлее, этот темней, то на деле получается, что как раз вот этот-то как-то посветлее будет. Следующий маркер. Он вот, видите, аж как, что с ним стало. Ну, он не очень-то соответствует. Интересно, он какому-нибудь из этих-то соответствует? Нет. Так. Попробуем. Ну,
более-менее похожи. Просто на камеру вообще похоже, а я вижу, что чуть-чуть отличается, но не критично. И теперь вот этот, он, мне кажется, чуть-чуть в красноту уходит, по крайней мере, на крышке именно так. И вот здесь даже как бордовое такое. Так, сейчас. О, а вот он-то и не пишет. Высох. Ну, ладно. Это, я думаю, не страшно. Из двух наборов, из шести штук, один высохший. Да и потом столько он уже лежал, но он, да, такой бордовый. Впрочем, для прикола его можно попробовать заправить. Я думаю, спиртом вот эту часть снять. Сняла с помощью вот этого инструмента и ножниц. Ну, можно попробовать, хотя я не думаю, что это что-то даст. Да и, честно говоря, с таким количеством канцелярии это не особо важно. Так что, скорее всего, это уйдет в пустышке. А этим, наверное, я буду пользоваться. Вот. Можно будет какие-нибудь фоны делать. Коричневые оттенки – это дело нужное. Уже убрала их туда, они как раз здесь поместятся. У меня отдельно только шарпики лежат, потому что их много, и, соответственно, сюда они уже не вместятся. Так, ну и теперь к раскраскам. Значит, мифоморфозы мы тоже красим вместе с Оксаной здесь. И в этот раз выбрали целый разворот. Такой вот с драконом. Конечно, сложновато все это дело будет. Ну ладно, ничего страшного. Разберемся. Она у меня прям вся вот, как видите, разваливается, к сожалению. Но, по-моему, она у меня изначально начала разваливаться. Такое вот качество было. Вот, а сами иллюстрации мне очень-очень нравятся. Ну, вот раскрасим. Можно будет потихонечку все это склеивать. Да. Карандаши я уже достала. Как видите, это Монделузы. И по традиции, поскольку тут, ну, такие самые основные идут оттенки, я взяла маленькие наборы, 12 цветов. Ну, уже немножко попробовала, даже размыла. Ну и теперь уже спокойно буду раскрашивать дальше. Мне понравилось сочетание. Здесь два красных, посветлее, потемней, и один желтый. Ну, вот это вот то, что как раз в наборе 12 цветов. Размыла. Все как бы хорошо получилось. Ну, буду потихоньку тут вот все сейчас заполнять цветом и немножко размывать. Ну и так вот по чуть-чуть. Кисточку у меня, как всегда, с резервуаром для воды Дивенте, которую мне дарила Оксана. Вот, ну я сейчас пользуюсь ей как обычный, хотя не, на самом деле иногда, когда требуется, нажимаю и подаю воду из резервуара. Ну а, допустим, когда нужно помыть кисточку, использую стаканчик. Ну как-то так. Просто мне сейчас так нравится. Ну к тому же я здесь еще так боюсь, чтобы что-то не протекло. Тому подобное, потому что с той стороны иллюстрация, поэтому будет очень обидно, если что-то попортится. Вот, а так сочетание прям классное. Я еще, ну, оранжевый, может быть, тоже где-то будет использован, но не здесь, пока еще не на драконе. Я вот так чередую, немножко раскрасила, размыла, потом еще раскрасила, размыла, потому как, ну, чтобы для разнообразия не надоедало,
не было этой монотонности. И вот здесь вот решила немножко подбавить. Пока телефон заряжался, я раскрашивала, ну и пока вот так продвинулась. Ну, в принципе, мне нравится, хотя, да, как видите, я стала больше использовать красный цвет, который раньше не любила. Ну, я его, в принципе, сейчас тоже побаиваюсь. Ну, я уже говорила, что я не то, чтобы красный цвет не люблю, скорее у меня что-нибудь приключается, когда я использую красный цвет, но я сейчас как-то стала все это по-другому к этому относиться. Ну, и мне просто показалось, что с одной стороны можно использовать зеленый с желтым, например, здесь, но по каким-то таким вот атрибутам я подумала, что, наверное, лучше здесь пусть будет вот красное, как-то больше подходит. В общем, вот так вот. С обратной стороны ничего вроде не протекло. Вот чуть-чуть, и то это еле заметно как-то, ну, не страшно. Так, ну и с обратной стороны тоже вот чуть-чуть. Но тоже все перекроется, а в целом мне нравится. Сейчас я решила взять раскраску Джоанны Бесфорд Айви и чернильная бабочка. Ну, как я уже говорила, решила ловить момент. Пока мне нравится здесь раскрашивать, вдруг вот так вот неожиданно и что-нибудь пораскрашивать. Вообще, этот фрагмент уже переснимаю, потому что сижу, вдруг раздается стук в дверь, ну, входную. У меня просто звонок не работает, я его намеренно не чиню, хотя у меня есть даже, ну, как бы такой, короче говоря, на батарейках. Значит, ну, я думала, наверное, соседка из другой квартиры. Ну, я сразу в глазок смотрю, какой-то мужик и ко всем в двери стучит. Но тоже хочется сейчас прям хоть поругаться. Ну, ругаться просто не хочется с соседкой. Сколько раз говорила закрывать входную дверь. Вот что сложно вот эту общую решетку закрыть? Это кошмар вообще. Честно говоря, говори, не говори, все бесполезно. Вот. В общем, по типу вот таких вот хотя бы страничек, потому что она у меня не в плане, и я не хочу как бы тратить время на что-то такое более основательное, а вот хотя бы начать что-то простенькое заполнять уже неплохо. Вот такие вот там иллюстрации. Ну, сейчас что-нибудь найду здесь такое. Вот, например, вот это. Тут еще была одна такая рамочка, очень миленькая, похожая вот на предыдущую. А, ну вот это, кстати. Может быть, вот эту. Я сейчас что-то думаю, какую из них мне раскрасить. Задумалась. Ну, ладно, мне, честно говоря, нравится вот это больше, но я, наверное, раскрашу вот эту, так как она, ну, тут меньше всего раскрашивать, вот, чтобы вроде как и для влога, и, скажем так, процесс шел, но не очень много на это ушло время, вот, скажем так. Я взяла вот эти краски, ну, я вообще же луч люблю, но когда у меня 32 цвета появилось, я как-то ими стала больше пользоваться, но в этот раз решила взять и вот эту палитру, пусть тоже продвигается. Ну, здесь просто меньше цветов по факту, хотя это, по-моему, вообще другая серия, это акварель, которая Prestige, а сейчас посмотрим, чего там. А 32 цвета это Prestige, луч классика. Вот. Хотя оттенки, в принципе, то похожи.
Очень многие точно такие же, и просто, хотя там тоже в той серии есть 24 цвета, но у них вообще очень много каких-то вот таких серий. Я разницы, в общем-то, особо-то не замечаю. Вот. Все хорошие. Так, для начала брызгаю из пульверизатора на краске. Ну, так удобно. Вроде бы, знаете, воды и немного получается, и немало. И сразу вода попадает на все оттенки. Пока я тут вот раскрашиваю, во всех, скажем так, кюветках краска немножко растворяется, что хорошо. Это прям реально удобно. Листочки. Ну так, я обычно всегда где-то снимаю процесс 10 минут и потом уже включаю скорость. Вот, поэтому что успею за это время. Ну, плюс-минус там 10-12 бывает, когда забудешься, зараскрашиваешься. Тут вот желтое, зеленое понемножку. Ну, а цветочки, наверное, разными будут. Разные цвета будут. Ну, посмотрим. Сейчас пока надо с листочками разобраться. Люблю этот цвет. Зеленый очень красивый. Да и желтый здесь прям очень здоровский. Я здесь не сильно заморачиваюсь. Просто получаю удовольствие от раскрашивания. Ну, мне кажется, здесь именно и не нужно заморачиваться. В общем, я рада, что у меня здесь акварель зашла. Мне сразу захотелось раскрашивать тут. А карандашами, хоть я и обожаю красить, но здесь у меня... Я бы еще долго собиралась. Так, здесь сразу три цвета. Розовый, потом такой вот поярче и фиолетовый. Тоже прям то, что нужно. Немножко пропустила. Вот отлично. Мне уже нравится. Дораскрашивала за кадром. Ну, тут, естественно, акварель, а здесь сухая петербургская пастель. Вот это вот. Ну, потому что, мне кажется, здесь более нежные тона подойдут, и мне нравится именно эту пастель использовать. А уже в каких-то там других раскрасках, я, где требуется более яркий фон, я использую сухую пастель Мунго, потому что она более пигментированная, более яркая. Вот, но этой у меня, например, 72 цвета, а Мунго у меня то ли 6, то ли 7 цветов, но мне их вполне хватает, потому что там самые такие часто используемые: голубой, синий, 2 зеленых, желтый и фиолетовые, то, что вот чаще всего идет. А тут вот я использовала вот такую вот пастель фиолетовую. Ну, на самом деле, ее можно и более ярко здесь сделать. А от Мунго у меня даже не фиолетовая, а вот какая-то такая, по-моему. Ну вот, пронумеровала. Надеюсь, не ошиблась. Могла ошибиться, но это, опять же, не страшно. Так, и я вот сказала, что как только буду что-то раскрашивать, буду хотя бы один элемент вот здесь красить. Ну, я раскрасила вот это и еще вот эти листочки. Я использовала двусторонний фломастер Ашан, который закос под Штедлер. Ну и поскольку здесь вот такая обложка, где пигмент, бумага
у фломастера берет очень плохо, достаточно бледно получается, поэтому и как бы перетекает одно в другое не очень, поэтому я все делала одним цветом, ничего страшного, в общем-то, в этом нет, нормально. Так что вот так вот пораскрашивала, а этот влог я буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!